Согласно постановлению Совета министров за пользование учебными пособиями, родители оплачивают 50% от установленной стоимости комплекта. В этом году уже определены новые цены. Дороже всего учебники обойдутся ученикам 7 класса. За один комплект из 14 пособий родителям необходимо будет внести 20 рублей 28 копеек, в то время как в прошлом году платили 8 рублей 12 копеек. Дешевле всего обойдутся учебники для четвероклашек – 6 рублей 70 копеек. В целом, по сравнению с прошлым годом, комплекты учебников подорожали на 2-3 рубля. Итак, стоимость, которую необходимо заплатить за пользование комплектами учебников и учебных пособием для первого класса – 8 рублей 24 копейки, второй класс – 9 рублей 76 копеек, третий класс – 10 рублей 98 копеек. Для четвертого класса сумма составит 6 рублей и 7 копеек, для пятого класса – 12 и 0,1 копейку, для шестого класса – 13 рублей 32 копейки, седьмой класс – 20 рублей 28 копеек, для восьмого класса стоимость составит 8 рублей 79 копеек, для девятого класса 8,03, для десятого класса 11 рублей 8 копеек, для одиннадцатого класса 13 рублей 98 копеек. Внести все суммы нужно до 1 октября. Как и прежде, плата за учебники на 50% снижена для родителей, которые воспитывают троих и более детей дошкольного или школьного возраста. Есть категория граждан, которые смогут пользоваться учебниками бесплатно. Это дети в специальных общеобразовательных школах, дети с особенностями психофизического развития, дети-сироты, дети-инвалиды и другие.